такая ситуация. Там подкуп производился в штабе Паука, но при этом Паук почему-то подкупал за однофамильца кандидата от власти. То есть, ну, действительно, какие-то, я считаю, что господин Воробьев, во-первых, должен призвать к ответу всех тех людей, которые эту ситуацию до такого абсурда довели. Ну и, наверное, перед выборами было бы неплохо, чтобы состоялся суд. И тогда господин Воробьев сможет говорить о честности и прозрачности выборов в Московской области.